Окей, рыбу. Пинаковада, подержись. Подержись плотную. Мазданий на пол в никотина, а никотин в пинаколаду и ТПЗ. Там можно на пол еще поддавать, он удержит. Бля, я к тому, что может пускай Леодрин потанчит, я в сову, бля, так будет профитнее. Ну типа, я не хочу в сову, но так будет профитнее. Леодрин пускай стоящим постоянно танчит, а за него все пинаколады сделают и все. Да прожмется, мы на его Вадима поставим. Ладно, Леодрин, давай в танка быстренько. Я захожу. Да. Ну мне это, ребят, прям буквально нужно 2 минуты. Мне тут какая-то модификация с хилботом, мне хилбот пришлось удалить. Мне тоже нужно было обновить. Там обнови, скачай из сайта. Да, да, я знаю, я скачал, поэтому я сам, я не ждал, что... Ладно, окей, Сань, ты что, я обратно в танка или что? Да, ты в танка, Вадим, прыгай в ретрика. Не, все нормально, давайте. Все хорошо, ребят, давайте. Леодрин, выйди, пожалуйста, тебе ИП будет капать, потому что пусть побудет на замене. У вас есть масло с собой, ребят, у кого-нибудь? Хант, смотри, на пул сдаешь полога. Типа, потом, короче, на реве, когда будет обезьяна, блядь, сдаешь в квадрат, все. Ребята, масло у кого есть с собой? Масло, бля, я хуй. Не, нету. РДД, что ли? РДД, поставьте шкаф. За сумоним скибиди будем начинать. Кусяу, дай обмен, у него есть масло, короче. Сейчас я приду, давайте. Смойте, ребят. И у этого притона есть. Сова, короче, лох, вот. Никем не там, черт. С этим Шамой. Чернобыль по Void Spirit, Притон по Ацесса, кто-то еще был, Бавка по Кусяу. Притон, прыгни, пожалуйста, да, я тебя найду, масло тебя взять. Ну когда будет. Да я чего понял, что ты не умрешь. Давай я потом тебя это сделаю, отдам. И наклад, давай, короче, будем стоять кислотную танчить, Андрюха, ты огненную потанчи. У него просто на пол меньше закидывает, у него гранобор хороший. Так, офолок танки. Все, пойдем. Все, все готовы, если готовы, будем начинать. Чек, ОК. Эссен сайз. Подожди, а кто на цели вообще? А ты где, с какой стороны стоишь? Почему у меня на первом боссе не достает до меня приказ? Сайз, ты здесь, Стас? С какой стороны стоишь? Нету или нет? Блядь, двигать ты меня не вкажете? Встань сюда. Без предупреждения. Все, все готовы? Встань сюда, чтобы на две стороны доставало крита. Вот где босс выходит? Сюда. Жень, ты слева стоишь, хилишь, если что. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Милики, пока не подбегайте, центр освободите. Спокойно привели. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирио. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Темных пещер грозовой гряды был Тормак Горзавич и Бивень. Бой, герои! Дайте поставить. Пинковато первый танчит. Все, можете идти бить, милики. Смотрите, только огонь, если появится, только тот же разбегите. Бывает, он так кидает. Гоблина занесли, сыграли по нему. На ТПЗ, на ханте. Собачка выбежал, прокиньте его. Сейчас, ребята, кто будет
ловить рёва, своим будет минус ДП, чужим минус крова. Поэтому... На буревестнике. Пашка может кастовать, на 100 секунде стопает каст. Забери обратно, случайно нажал. Слушай, закинешь боб по пиноколаде, по Андрею, наверное, не понадобится. Сейчас Майлик тоже закинешь по лобу. Меньше урона подходил. Ну, по полу можешь уже давать боб. Закинь, Вадим. Танька по лобби на коваде. Прохил всех. Ебать, вы долги, да нахуй. Закастуй гимн в Void Spirit. Какой? На мана. Так фуловая. Зачем? Просто так сам. Не у всех. Не у всех было. Вообще ладно. У всех. Чё. Нормально. Слотно сыграли, дали Геру. Геру дали. Максимально бурсим. Закрыть? Бля, тебе там сейчас сдует, нахуй, шаман, стой подачи чуть, пожалуйста. Не могу подойти даже ближе. Это слона подбежали в луну. Все, продолжаем дальше бить. Бля, шаман, уйди подальше, пожалуйста. Ёбаный ты шашлык. Дальше милики идут огненную бить, так же как назначены бльдердешники, добьют. Ведите пиноколады, ой, Андрюха, иди по направлению к огненной. Под лицом. Дальше РДшники добьем. Ну блять, не заебали. И слотную. Сняли дебаф. Ренжу. Блять. Там, блять, вон не паком стоят вся РД зона, я хуй его знает. Можно падать. Служи выбежали. Не, нормально. Есть 2 БР, буревестник встанет. Так. Андрюха, ты дашь БР по бабке. Отбежали, милики. Да, все. Падать. Я хуй его знает, типа, короче. Надо заранее озвучивать этот каст, потому что, ну, блядь, они стоят в кучу все. Ну да, заметил. РДшники изначально, сейчас вы набираете раньше 10 метров. Милики стоят, одна паловая пачка слева, другая справа. То же самое, разбежались, когда нужно будет. Пойди на мат, поешь рыбы и потом отходи. Потом, там упал. Ну. Всех не заходит. Смотрите, лужа может забагаться, поэтому сразу там влево отбегись. Чё, нет луж. Ну, бывает такое, что она растекается. Да, пожалуйста, резайте, зашли, бафнули с ночи. Или всё на. Рыбку. Ребята, это большая просьба. Держите рейндж, всегда вам еще будет озвучено, когда я буду набрать рейндж. И смотрите, кто может снимать, там паладин и бабу сразу. Держите руку на бабу. Маги на глыбе. Свои прожимки нажимайте. Ребята, смотрите. Короче, вот, касаемо второй фазы, то бишь, начинается вторая фаза, то бишь, первый этап фазы, то бишь,
Вы не, блядь, не стойте вот здесь, вот. Здесь бежу сейчас, вот медведь нам. Вот тут не стойте, это ж пиздец. И не стойте все по одной пачке, то бишь, стойте, блядь, на ранже, типа, если надо сбежать, то сбежались просто в луну максимально быстро. Типа, туны далеко не стойте, 10 метров радиус держите, пиздец. Это какой-то, ну, блядь, что я с подъебалом, я не знаю, блядь. Я прям стенку ужимаю, чтоб, блядь, а потом не успею забежать, разморозиться. Так, зачем? Ничего ж трудного нету, ребята. Кусяво, чего не хватает? На мадане. Намада нет. Намад, ты здесь? Сколько он там? Одну минуту. Я не знаю, у кого здесь СС? Притон, дай ему СС, запогнали нахуй все. Закастуй на Намада. И если еще есть один свободный СС, на АЦС закастуйте. Вы услышали призыв Серебряного... Санька, также под харчок нажимай мастер аур на огонь. Ты не, все, не успеваю все сказать. А ты, Пинаковада, под харчок нажимай асбаун. Не, красавчик. Не, под кислотный не жми, жми под... Цесса без играет без священной жертвы. Ну ладно. Жми под харчок огненный. Ну а чё агриться, блин? Тут половина людей первый раз. Блин. Грязь вся лужа в меня. Выбежал, выбежал, хорошо. Там много стаков набрал, бревестник выбежал. Отбеги лучше назад, Паш. Подальше, вероятность, что к тебе прилетит, и будешь видеть, когда летит в тебя, просто убежи. Чем дальше ты стоишь, тем проще убить. Там похил без тебя, там для стаков до хера. Паша спирит прохил. Также по бобам сосуны по пинаковаде. Мой лик по фолу. Но это потом. Заранее. Да. Все, давайте соберитесь, надо это убить, блин, то вот так уже пинтай сделаю. Уже. Все, построили по возле луны и в саму луну держите небольшой рейндж, кто-то спереди, кто-то ближе, кто-то сзади, только ближе к квадрату сильно не подходите, потому что там лужи будут появляться и танку, чтобы было попроще бегать. Там кто-то блинками, всякими телепортами, вот и поставили телепорты. Идите по коротку. Играем по кислотной, да, Гер. Максимально будет с ним. Телепорты нужны. Бейте там, вас побегут разморозь.
Милики подбежали к луне, все, пальчикой бегите. Так. РДС милики побежали бить огненную. РДСники, держите ранжу и бьете кислотную. И на кого-то веди по направлению. К огненной. Под лицом никто не стоит. Набежали. Набежали ранжу. Ранжу выбить. Все, хорошо. Бойчик. Обратно бей. Добили. Все, пинкод достать на месте, надо добить ее. Прохильте, пинкод. Пинокладу, блять, прохильте. Дай кусяло по нему, Бер. Чернобыль, кайте просто. Рыжу наберите между собой, ёбаный в рот, вы, сука, заебали, вот честно. Пачка на. Мастер, вы нахуй, прожмите, тихо, Сандрюк, подожди. Дай Бер потом, когда смотрю. Это его бар, на пол его форма. Его еще номер 5. Тот там, когда... А, я понял. Он лежит возле квадрата, если что. Смотрите, под лицом никто не стоит, РДшники. Собачка, аккуратно. Прикиньте его форма. После роты дам бар. Где он, блядь, чё он, дубы не барит? Просил. Спасибо тебе, Николаду, сразу и Пахова. Смотрите лужа, эссенс, аккуратно. Ближе к боссу, дальше, и подойдите справа. Смотрите лужа, добили огненную. Для босс далеко, сейчас дыхание вместе чисто. От процесса уфолга прохильте. Да. Не знаю. Выйдите уже лицом. Короче, это, я не знаю. Надо, чтоб возьми, короче, оставь свежим, типа, чисто, чтоб он делал, ты накалывал себе. Ну подожди, ты объясни, почему вы, блядь, змеи так далеко уводите постоянно? Невозможно дамажить, просто невозможно держать рейнджу, пачки и сука дамажить. Просто помолчи, ты вот сейчас, понимаешь, они разошли сами, блядь, просто одна с одной стороны, другая с другой стороны. Нет, просто, нет, типа, ты не понимаешь, ее вводят, понимаешь? Вы ее вводите с одной стороны до второй стороны, и ты большую часть времени просто бегаешь и не дамажишь, и у нас не хватает урона. Вовремя залетит, все. Бля, ну я сейчас же танчу, я смотрю, вот, получается, блядь, одна появилась у щитов Орды, вторая вот здесь, блядь, у Альянса появилась. Ничего вы рассказываете. Он, блядь, получается, только начал вести, его, блядь, не просили. Смотри, еще раз, смотри, она вылазит, типа, и ее, ну, лужа, ну, проведи ее 2 метра, поставь. Она просто дальше ведет. Ну, а вы просто через карту ее ведете непонятно куда. Вот и все. Непонятно, зачем вот эти движения. Смотри, окей, ладно, я тебе, блядь, еще просто... Нет, смотри, Андрюха, может, ты не понимаешь, о чем... короче, послушай, пожалуйста. Пожалуйста, смотри. Саша, озвучил, уведи к мне, типа, к огненной, то бишь. Я издвигаюсь к нему, понимаешь, медленно. Чтобы, блядь, холипан называл силой. И для этого он ведет. Ваша задача, вы, блядь, стоите, условно, центр заняли, рыжу друг от друга набрали, блядь, и просто туннелите босса. Зачем вам к боссу подходить? У вас же есть рыжа. Я не понимаю, в чем проблема. При том, что моей РДДшной рейнджи лока не хватает, чтобы дамажить, потому что вы постоянно уводите босса, и мне касты просто не долетают. Все. Я не могу, мне надо смещаться. Лок, давай я тебе поясню. Ты меня слышишь? Что ты мне хочешь пояснить? Ну, давай. Так, все, тихо. Здесь сами уходят, вылазят там, где мне хотят. Вести я через центр не могу, потому что там стоит рейд. И веду вдоль стеночки. Что тебе не нравится? Не нравится, потому что я дамажить не могу. А потом вот получается такая ситуация, что... Ну, она... не скажу ее уводить к другим уродам, она сама тихо. Там лезла. Алеша, блядь. Все нормально. Все нормально сделал. И кто, дядя, блядь? Давай ты не будешь меня оскорблять, во-первых. Вот это... Короче, я вам дал всем все, я молча тоже буду. Спокойный ран, не надо лишнести переходить. Ну, ничего не хватает тебе.
все. Никакого ЧП не хватает. Смотри, чего не хватает, плюс они все нормально. Руки и О. Добро пожаловать, герои. Вы услышали. Все, запускаем босса. Смотри, Пинаколада, ты все нормально делал, просто она не сразу, если что, прочет дает. Можешь через центр или тоже через себя, а потом развернуть. Если там мало процентов, если процентов 10, там 12, ну это... Так, ты пойми, блядь, ну я не пойму, ты его, ну типа... Он наш, ты понимаешь, не всегда по таймеру дает хачок. Ну да. Ну вот именно, он понял, он смотри, он повел, блядь. Окей, он повел, блядь, и у него показывает ДБМ, блядь, 8 секунд, а она въебала на 4, и, блядь, хуяк полрейда нет. Я говорю, если мало процентов, вот сейчас просто много закупались. Ладно, короче, раз. Сыграем с ним. Да все нормально, все нормально. Просто получилась такая ситуация, не надо. Ой, ну что делать лучше? Какое дело? Сейчас убьем. Давайте лечь. Реально. И то он выбежал в виде прохейча. Хейте скибиди, ребах полностью по скибиди. Андрей, когда не будешь танчить, залезть на мейну. Когда уходил. От Кэса выбежал. Сессу мы не заливали. Выбежал плеть. Аж спей. Андрюха, когда перестанешь танчить рибах, летишь по воде. Бэк, да. А, блядь, у меня что-то крышка. Женя, скипиди, ты прохиливаешь на коладу, если что, или это сети. Остальные будут время. Много еще выбить. Строить возле луны и саму луну. Тимур, ты можешь закидывать на пол в никотин. Никотин сам понапуливал. Там пол вместе. Играй по кислотной дороге. Очень много людей возле луны в одном месте стоит. Килы касаются вас, разбегите, чтобы дать их били. Не бегали. После бафа вам подбежали в луну. Вас побегут, сейчас разморозят. После харчка. Этот крючок понять, его подбежали. Ранжуны, блядь, вы, блядь, опять одним паком стоите, друг от друга ранжуну брать. Наберите ранжу. Чёрт, ладно, либо не очень. Развернись, хотя бы дышало. Ранжу, держись, не милите, иди тебе, иди огненную. Держись тоже ранжу, разведайте. Плевок сейчас будет приготовить. Под лицом не стоит. Милик отбежали, когда прокрывал. Так, можно снять реально, не выйди больше перебивана. Поставь ее. Под лицом никто не заходит.
уже не стойте, раздачи. Я на кого-то похильте. Закопалась. Ёрла. Добили кислотную. Там Кусяка может с барами, короче, этого бафа. Кусяка баф по губерни. Или баф по сразу. Будем отлетать щит КД, если что. Кусяка. Бэр не бафку. А, окей, окей. Сайз, ёбаная. Держитесь ближе. Все ближе. ВК играйте в ледяного, когда выкопается. Доиграем. Всё, все сыграли, все мелики тоже. Пока можете стоять рядом, не уводи больше никуда. Забери только танк какой-нибудь, ёбану. Ближе к боссу к ледяному подбежали, чтоб достал. Чтоб паладин достал. Ебать, ну не отбегайте далеко. Ну сейчас подбежать только надо. Паладин не сдохло. Так, Кусяка, если... Танчи. Макс, ты уже вставал? Мне не показывай. Давай, если есть. Ближе к боссу подошли. Все. Трусы стоят, будете в трусы сейчас сбегаться. Стойте у стенки, пожалуйста, вам же, блядь, танк. Квадрату в трусы. Все, хорошо. Мага, все влево убегайте, все прям просто лево зажмите. Воздух. Просто воздух ударился. Труп, возможно, ударился. Андрей, надо перевести его, он в труп, наверное, врезался. Он здесь труп лежит. Он ударился в звезду, звезда бы сдохла. Разбежали. Не всегда вздыхает человек. Ну хотя бы хоть что-то отняло бы, там всегда есть пуха. Да. Чего не отнял? Не, там я же лежу, типа, со стороны вижу, просто воздух ударился, пустое место было. Кусао, а ты дамажить будешь? Да, нормально. Да, стой, простоял фулл стан. Мага, бежит, разбежали. Последнее, по-моему, врезание. Да не, убили бы если, короче, у нас минус 4 было просто. И плюс один обрезание еще. А мы не теряем ДПС, когда типа расстреляемся, кастеры бьют, добивают кислотную, а мы мелики это. Жутко. Мы же теряем, нет урон. Теряем. Из-за бафов. Теряем. Ну я шансы просто можем умереть. Они просто иногда долго бьют, что она уже закапывается, потому что, я не знаю, либо ДПС, либо кастеров мало просто. Сейчас бьем, заходи. Ты на Калада, скипите, Кусява, не кричим, заходите. Кусява, ты шоу 5 минут написал. Что, можешь 4 хила попробовать? Забрели Адрина, короче, я в сову, да и все. Пускай Адрин с ним дальше. Адрин. Здесь, дичь, заходи пока. Этого босса. Слышишь, можешь 4 хила попробовать.
Только кикни этого, короче, пусть, потому что он жизнь райдер. Почему мне было бы так помнить? Поставь кап. Наберу его потом, и станем. Что? Выклада, ты будешь теперь танчить. Хуйную, вначале. Потом кислотную поменять местами. Я три, а ты когда не скопаешься, будешь танчить огненную. Понял? Короче, для Адрин всегда танчит стоящий, и всё, так хороший будет. Вначале кислотная? Для Адрин принимает послуг. Или не принимает? Ну как? Ты же не шевелился. Так, ну назад бегу. Добрый. Есть фронт кислотный? Да, у нас хватает ДПС, у нас, да, проблема в том, что у нас боссы рандомно появляются далеко, очень далеко, друг от друга. Вот это была почта, поставь почту. Была почта. Я хуй знаю, где я один, где его найти нахуй, где использовал, где есть, где написать нахуй. Короче, Макс и это... Вот, и накладу. Я смог снял, только не плодить этого. Не сорт. Так, ну что, давай другого немножко сделаем сейчас. Ледрин, ты здесь или нет? И повернулся ли к Чао? Нормально, напишите. Молчит. Андрюх. Андрюх. Давайте, наверное, в соле. Ну, отпрыгни в танк. Я хочу обратиться... Вадим, на мат десятку хуярит. Я десятку вверху, там пускай он ебаш. Я смотрю урон по кислотной, он мне десятку дает. Ну, окей, не похуй, я могу сказать. По кислотной 400 тысяч дал. Я теперь не разъебу нахуй все тут. Так, Сань, мы же милики, мы не бьем кислотную, ты сам говоришь. Ну, во время закопки. Ну да, да. Но все равно во время закопки. До закопки. Вон, за 560. Типа у меня 560, 100 тысяч, ну, разница. Ладно. Плюс он... у нас есть когти. Для этого. Вот. Хорошо, ты прыгай, давай, в эту скалу, и кого сейчас заберем в медведя, точнее. Потому что эко оставим. Просто на мат не сдавай гаргу вот на первого босса, вот и все. Я просто вижу каждый пул гарга в левом. Бурсты ни одного бурста не тратить своего. Большинство не откуда-нибудь. Тут сразу появились, сразу дали. Ты бурсты кислотные. Двухминутная можно прокатить. Две минуты красота. Две минуты откатываются, да. Но... И сразу отдать. Сразу можешь им дать. Банки там перепечки, тут масло перемашки, да. Кусяо, ты здесь? Кусяо. Ну, сами в толпу. Где? Место здесь. Да, по-моему, я что-то помню. А он у нас есть в этом, короче, какая-то Катя с дрона. Там КД. А, КД.
Ну, и пони зовемся коняли. Для него же без того босса. Ну, кто бы что ни говорил, блядь, это босс не сильно так уж простой, типа, он типа зависит от всех. Типа, кто-то не проебался в ар, все. Не вот это самое, вот я сейчас хилил колоду, и там Паша спирит, блядь, с бафом, я, блядь, этим отыграл, но прям к ней подбегает с бафом, висается рядом со мной. Че, блядь, за человек, я не знаю, тугой тоже какой-то, блядь. Вы плохо ориентируетесь, сожмите, а, пусть у вас есть забавы, вы не видите. Оскорблять кого-то. Просто может спокойно, с кем вы пилотом стрелять, ну вообще не видите, не так. Я в это время хилю, мне некогда писать. Прям. Понятно, что не хилю. Все спокойно. Ты подбегаешь ко мне, одной с бафом, когда я хилю. Я подбегаю, а ты опять как ко мне подбегаешь без бафа в этом огне. И ты же бьешь меня. Что там, вас братку не отвечало скоро или нет? Я не знаю, чем вы. Не знаю, я лишь никакой не кусал, что типа. Нормально, зачем кусал кусать? Там я кому получать и подсказать, типа, что не так, типа, а кусос нет смысла типа, вообще. Че ждем? Человека ждем. Вот этот кабель бесит. Это смотрите, ребята, а если червяков поставить как бы полукругом, и рейд рассосется также полукругом, и у них у нас будет дистанция между собой от ДДшников. И они будут вставать, им надо будет просто развернуться. И бить другую. Ну, может быть, сделать шаг небольшой. Я не хочу, чтобы бритветы были бить друг друга. Но не всегда так получается сделать. Ну, все зависит от проколужи, от этого я понял. От проколужи зависит от того, как они вылезут. Просто вот, вот сейчас, на самом деле, люди сбежали достаточно нормально. Сбежали, чтобы не так сильно ударил в это огонь. Вот, смотри, если там, допустим, вот ренджа сейчас бегу, трусы до квадрата, то ты можешь, в принципе, начинать вести квадрат. Потом просто развернуть в сторону там, где нет людей, и уводить. Вот так. Тогда мир тоже будет начать бить, по-другому немножко делаем кислотную. Потом переключаться на огненную. Вот просто вот уйдешь в сторону. Первых секунд 10 она точно харчок не даст. После зарывания. Надо там начать лужу разливать 100% после зарывания, а потом придет крючок. Вот после лужи, вот тогда уже по-любому ее отворачивать. Там до лужи примерно 10 секунд. То есть 10 секунд, что я веди. Да. Огненную. Только не подводи притык, ну, то есть, если даже по времени нас будем ориентировать. Потому что чтобы не разлил под огненную лужу. Тебя не могут сразу луня разморозить по той причине, потому что там есть жгучая рвота. Если она не прошла, не мог же там бежать себя разморозить. Это, ребят, это мне просто... надо добежать до магазина сантехники, до батареи меняю. В общем, замените меня буквально минут 15. Там забирать планеты и все, типа. Мы, блядь, будем 3 дня стоять, нахуй. Нет, нет, добирать. А что за хант? Хант. Давай 6... добирать. Слабенький для этого стал, кто-то 6 тысяч. Сяо пропал, короче, Леодрин не отписывает. Ну, Женя ушел. Минус 3 забыли. 3-2.
Макс. Чёрт. Да я знаю, как работаем. Сейчас сделаем. Ты спокойнее будь. Слишком много парень. Давай берем. Заходи, Катя, заходи. Заходи. Кем? Один до пят. Хорошо. Спасибо. Так-то можем мне просто за замену тогда на друида накинуть, типа? Да, да, да. Я тебе просто сейчас друида добавлю в пати. Сиди. В пати, на тебе будет. Когда я вышла сейчас, она... Че тогда? Плюсануть тебе шипышки тогда. Да, давай, пиздай. Ну, я тебе сразу написал, что он много... Будет вести? Не даст. Давай, давай. Кучкава ваш не вернулся? Блядь. Это я просунула. Сейчас надо, я это зайду пати кинешь. Я же кинул тебе пати. А, ты не понял. Я вышла просто в этот момент. Давай. Заходи быстрее. Да, киньте диск, пожалуйста, и будем начинать. Кусяо. Ой, Кусяо. Кусяо принял. Ладно, Катя, в принципе, ты на замене. Я могу на замене посидеть, тогда кинь моего шипочку просто на замену и все. Нет, шипочку не бесполезно кидать, ты должна на основном персонале. Ну, я знаю. Чё, Кусяо здесь, смоним сову и будем начинать. 4 хила? Да, давай 4, давай. Рыбку. Это рыба. Макс, засманьте. Пожалуйста. Пожалуйста, конечно. Так. Как раз я их забайтил на банк и начал на лоб. Минус 2. Это не призываю лучше. Ну его нахер. Часто, очень часто вырезают в петов, в тотемов, тут все подряд вырезают. Поэтому лучше. Убери. Тотемы тоже уберите. Обязательно. Все, когда появляются. Так, Макс, держи МК у тебя. Все, готово, будем запускать. Такого отстава ты стоишь слева от босса в начале. Здесь? А, блядь, киньте диск, пожалуйста, человеку. До сих пор. Здесь никотин, паш, спирит. Кстати, Чернобыль или Притон, спирите что-нибудь демона, пожалуйста, еще. Один из вас.
Давай. Что у нас Кусяло сейчас в теле? Нет. Не он сама. В 4 сейчас будет пробовать? Да. Тут некий хуй есть. Если все нормально делать, а если не нормально, то 5-10 тут, тут по факту, если не разбежались, короче, на рожу, сил там вам не особо поможет, блядь, по факту. Если вы разбежали, то у вас там сил тоже не поможет. Так что, не парьтесь, вы либо убиваете, либо типа, не убиваете. Сова, сова, видите, толстая сова. Крень, да нет, не да. Толковое. Все, он застал. Сова, бля, дисконнект или что? Да-да-да, дисконнект. Вот это уже пригорание. Бля, сейчас даже не свернуть не могу. А, надо просто закрыть. Что-то может сейчас остро вапнуть. Мне тут они мне шею, блядь, заебали. Так что они тебе ответили? У меня подобное предложение было, такое конвертарское не будет, блядь. Еще раз напишет, Андрюха. Мне кажется, третий раз сработает. Не, я уже, короче, дожду какого-то праздника, я им на почту напишу, блядь. Я хотел на Новый год, но что-то проебался. Похуй, напишу, короче, какой-то праздник. Скажу, пацаны, давайте по-братски, ну поменяйте шею, ёбаный брат. Да. Вот это он шипит люто. Ну, Макс, поправь микрофон. На вокзале играет кто-то. Макс, микрофон поправь. Может, что-то сказать, а у него шипит.